В современных условиях напряженных будней, технологий и ускоренного ритма очень важно находить время для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Лечебная база белорусского санатория «Олеся» включает различные виды физиотерапического лечения. Это водолечение, грязелечение, термотерапия, электросветолечение, галотерапия, различные виды массажа, лечебная физкультура и другие лечебно-реабилитационные процедуры, помогающие восстановить здоровье, улучшить состояние организма, укрепить иммунную систему не только свою, но и своих детей. Особым спросом пользуются программы санаторно-курортного лечения перенесших заболевания, ассоциированные с коронавирусной инфекцией. Действительно, почему бы не совместить сравнительно недорогой отдых в краю чистейшего озера Завышанского с ликвидацией последствий коронавируса, а то и с профилактикой. Вот, например, какой вариант предлагают в санатории «Олеся», расположенном в Ивановском районе Брестской области, вблизи деревни Завышье, на живописном берегу чистейшего озера. Сейчас барокамеру будет наполняться воздух. Изначально никаких ощущений вы испытывать не будете до момента, пока будет нарастать давление. Сейчас мы с пациента будем проходить гиперборическую оксигенацию. Эта процедура в нашем санатории довольно недавно используется. В связи с теперешним моментом очень широко применяют впоследствии ковида. Барокамера применяется очень широко. У нее очень широкий спектр действия. Она приводит в состояние давления, то есть повышенное, пониженное давление она нормализует. Широко применяется при мигренях, вегетососудистых дистониях. Улучшает сон, снимает хроническую усталость. И очень широко в последнее время ее применяют как вследствие ковида. Там восполняется кислород, недостающий в организме. Люди переносят довольно неплохо, отзывы хорошие, повторяют с удовольствием. Процедура длится приблизительно в районе 45 минут. Полчаса после наполнения давления в барокамере человеку рекомендуем в идеале полчаса поспать. Есть, конечно, противопоказания в барокамере. Очень много людей сейчас оказывается, что имеют клаустрофобию, то есть боятся замкнутого пространства. И даже сами, может быть, в процессе жизни этого не осознают. И как только мы начинаем поднимать вопрос барокамеры, для того, чтобы человека туда поместить, у человека может появляться паническая атака. Но некоторые с этим справляются. Нежелательно применять людям, нельзя применять людям с онкологическими заболеваниями, людям, которые склонны к кровотечениям. А также нельзя применять в период острых респираторных заболеваний. Санаторий «Олеся» пользуется заслуженной популярностью и с удовольствием принимает своих постоянных гостей не только из Беларуси, предлагая лечение заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также нервной системы. Приятного отдыха!